сказать, торжество, такое событие эпохальное, 50 лет колледж будет отмечать. Поэтому все, что делается в юбилее этой даты, это посвящено юбилею колледжа. Конечно, вспоминаем все эти годы, пройденные так, в общем-то, достаточно долго, трудно на своем пути. Но я вспоминаю всегда только хорошее, прекрасных детей, людей, которые встречались на моем пути и вели меня по жизни и в этом колледже. Этим я счастлива. Я хотела бы вот в связи с появлением, с приездом Вадима Наумовича, тут одолела некоторая ностальгия по тем временам, вспоминаются хорошие первые выпуски в нашем колледже. Это тот же Муртазин Слава, который уже имеет звание в институте, трудится. Многие разъехались, конечно, если вспоминать Сережу Чепенко, Дима Нестеров, Маша Родителева. Эти имена уже у всех на слуху, они должны быть внесены, как бы сказать, в Красную книгу. Это как вот консерватория московская золотыми досками, Фахмайнер, Скрябин выписаны. Я думаю, что нам со временем нужно тоже сделать такую доску, потому что у нас много отличных детей, которые стали исключительно высокоталантливыми музыкантами во всем мире. И в Германии, и в Канаде. Сережа в Лос-Анджелесе, Чепенко. То есть они прославляют нас, я думаю. И помнят своих педагогов, помнят свою альма-матер. Потому что здесь они получили азы профессионализма, им привита любовь к музыке, к своей специальности. Из своих выпускников я бы в первую очередь хотела назвать Зубиру Саидовну Камаеву, которая скромно, так сказать, вошла в наш коллектив. Она закончила тоже блестящий, это первый выпуск нашего колледжа. И работает по сей день. Это уже наши ветераны, собственно говоря. Вот. К ним относятся Альшива Флюра, она преподает в Учелинском училище искусств. Заслуженный работник культуры, нет, заслуженный деятель, извините, искусств, Майя Фатахутдинова. Они мне все дороги, потому что это первые мои, как бы сказать, дети. Самые трудные, самые любимые, первые шаги педагогические в школе. Ну и хотела бы поговорить о тех, кто сегодня будет участвовать в концерте. Это музыканты разных поколений, потому что вот сегодня в концерте, кто проживает в Уфе, они откликнулись, хорошо, что они неравнодушны и всегда помнят нашу первую вот свою школу и захотели принять участие в юбилейных в этих концертах. Они многие уже маститые, я бы сказала, преподаватели музыкальных школ, имеют своих лауреатов, вырастили плеяду, так сказать, одаренных детей. Концертмейстеры, музыкальная школа, училище, в институте искусств, филармонии. Ну и даже есть пример, так сказать, министра культуры, который тоже, вот Шафи Карина Альмина, она тоже заканчивала нашу школу. Теперь, так сказать, помогает нам в нашей жизни. Все они, участники концерта, они имеют звания лауреатов разного масштаба, республиканских, и всероссийских, и международных конкурсов. Там, вот мне особенно приятно, что в нашем колледже работают и мои бывшие ученики. Вот концертмейстером работает Лора Парабова и Риточка Тимербулатова. По-моему, они хорошие мастера своего дела. Одним словом, если так перечислять, можно, конечно, занять весь вечер. Вот, много имен в голове, так сказать, остается и в сердце, которые согревают наш вот, педагогический путь. И всегда у нас в сердце остается встречи с хорошими вот, музыкантами, с одаренными детьми. Но сегодня я хочу им пожелать творческих успехов не только на сегодняшнем вечере хорошей, так сказать, вдохновенной игры, но и в жизни не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед,
всегда помнить о том, что за спиной у них хорошая школа. Их учителя всегда их поддержат, всегда помнят их и любят. Поэтому я всех хотела бы поздравить с сегодняшним концертом, так сказать, в плане праздника, юбилея будущего, который в этом месяце все равно состоится, и поблагодарить всех присутствующих за то, что вы оказали нам внимание, любители музыки. Надеюсь, будет тоже очень интересно послушать сегодняшний разнообразный концерт. Я бы назвала этот концерт «Эстафета поколений», потому что тут вы услышите, что, вернее, в ролике, наверное, если кто обратил внимание, музыкальный ролик, там было написано «Выпуск каждого движника». Тут есть, так сказать, люди 30-летние, старше. Вот. Поэтому всем я желаю успеха, все они творческие личности. И начать я хочу с малышей, которые выступят первыми. Это младшие классы пока в нашем колледже. И я думаю, они посмотрят, какими они будут через 20-30 лет. И какой состоится их выбор в жизни. Ну, извините, может быть, я вам обосновала. Благодарю за внимание. Новикова Ульяна.
Государственного института искусств имени Загира Исмаилова Денисова Валерия. Thank you.
Интермеца из балета «Щелкунчик» по проводке Плетнева. Исполняли ассистент-стажер Уфимского государственного института Ворового хора. Thank you.
исполняют Риана и Руслан Хусаиновы. Педагоги детской музыкальной школы номер 1 и номер 10. Thank you.
Да, благодарна Татьяне Павловне за то, что она нам привела. Эту любовь привела на заработку в нашу любимую школу, дорогой. Мы очень счастливы сегодня участвовать на этом мероприятии, посвященном нашей любимой школе и нашим дорогим учителям. Спасибо. Thank you.
Thank you.
губах, а ты ликуешь, как Исайя, о рассудительнейший Бах. Высокий спорщик, неужели, играя внуком свой хорал, а полог духа в самом деле, ты в доказательстве искал. Что звук? Шестнадцатые доли, органа многосложный крик, лишь обрыкотня твоя не болит, он несговорчивый старик. И лютеранский проповедник на черной кафедре своей с твоими гневными собеседниками мешает звук своих речей. Сок апельсина на белой ступени лист. У мужчин здесь глупые мины, под окнами громкий свист. Свистят у роддома парни, дамы их смотрят в окно. Детишки, как хлеб в пекарне. Снизу вопрос, кто? Роддом не испортит погода, больше 100 лет ему. Сколько он встретил народа, известно крыльцу одному. Крыльцу, по которому ныне в школу бежит до двора. Гудят в напряженности струны, и музыка льется с утра. Ильшат нас, наш Баха играет, зал полон знакомых лиц. Еще пусть 100 лет пролетает, романс исполняя на бис. Недавно в журнале «Тамаша»
которое посвящено искусству нашей республики. Вышел мой романс, называется «Вы меня видали, Арман, я вас не разлучу, я посвящаю моему преподавателю Татьяне Ивановне Чистяковой». Thank you.
училища искусств, лауреат международного конкурса имени Натальи Шпилер. Концертмейстер Виктория Смоленкова. Thank you.
сотворится в музыке желание вызовет, игра их по неволе. Исполнитель сдержан, строго движимый, убедительно звучит, звучит он страстно, являя музыке служение. Он владеет мастерством прекрасно, он свободен, тонет в каждой ноте, органичностью силен своей, заставляя душу быть на взлете, не вздохнуть, не выдохнуть, не смея. Клод Дебюсси. Прелюдия. Паруса и затонувший собор. Исполняет Фатыха Вадина, педагог и концертмейстер Школы искусств имени Пекова. Thank you.
Thank you.
благодаря вашему труду я дальше поступила в академию. И вообще я занимаюсь любимым делом, это музыкой. Спасибо вам за вас, за ваше терпение, за ваш труд в меня. Спасибо. Первый снег, а теперь немного пошалить.
и месяц в Карине. На ударных заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Зверев Вячеслав Анатольевич. Потому что я их всегда люблю, жду.